but I, they outplayed us defensively. They were a lot tougher than us, and you know, I feel like we got beat on every statistic, like rebounding. They out rebounded us, and I think it just came down to they wanted it more than us. And you know, they fought harder, and a team that you know fights hardest wins. So I think we need to come back and play a lot harder. And you know, I think they play well on defense, and you know, that's basically it. Сегодня БК Донецк отыграл лучше именно в защите. Если посмотреть по показателям статистики, больше почти по всем показателям статистики команда обыграла по подборам, лучше защищались, то есть вполне заслуженная победа Донецка. Будем работать над своими ошибками и играть лучше. Ну, как сегодня мы провалили первую и вторую четверть. Первую половину встречи мы дали забить очень много трехочковых бросков, причем бросали игроки абсолютно свободные, без руки, с хорошим процентом забили. В защите команда Донецка играла очень жестко, и наши игроки оказались к этому не готовы, они не могли обыгрывать один в один. И сами защищались ну, абсолютно не так, как этого требовало. То есть защищались очень мягко, пускали игроков, своих теряли, получили много легких мячей. А дальше уже третья, четвертая, четверть, там уже соперник диктовал, имея такое преимущество, запас в очках, диктовал игру. Хотя сражались, доставали до 10 очков, до 9 очков, еще, казалось бы, 2-3 защиты сделать и опять... Следовали ошибки. Очень слабо у нас играла задняя линия. У нас практически очень мало очков с периметра было забито.